Люди с сердечными захворываниями прошли сеанс лечения акваэробикой. Пилотный оздоровленческий проект организовал Республиканский центр кардиологии. Комплекс водных занятков медики распрацевали специально для лечения легких форм ишемичной хворобы, артериальной гипертензии и инших сердечных проблем. За самоотчуванием пациентов под час занятков пильно сошили кардиологи, а выконывались практикования под энергичную музыку с профессийным инструктором. Почему-то бытует мнение, что пациенты наши, если есть что-то с сердцем, проблемы с сердцем, они не должны заниматься физической активностью. Это очень неправильно, потому что их ограждают полностью от всего. То вот мы хотим доказать, что этот пациент не должен себя дотренировывать, то есть полностью лишать себя нагрузки физической. Потому что лечебная физкультура существовала всегда, и это одно из разновидностей будет лечебной физкультуры. Занятия проходят под руководством наших профессиональных инструкторов, соответственно. Конечно, где используется и наше оснащение. Эта акция проводится, совместная акция, которая проводится бесплатно для сегодня, для таких людей. Я надеюсь, что и в дальнейшем такие акции тоже будут проводиться. Практику по организации таких водных занятков белорусские кардиологи запозычили у европейских коллег. Коли эксперимент себе оправдая, акваэробику официально включить в список способов лечения сердечных захворываний.